Здравствуйте, дорогие подписчики. И мы продолжаем проходить игру Watch Dogs. Так, мы в прошлой серии неудачно так проникли в это заведение и цель замочили вместо того, чтобы оглушить. О, привет. Привет, привет. Так, возьмем оружие, какое мы хотим. Наше любимое. Так, подъемник. Гражданские. Зайдем, как и в прошлый раз. Тихо. Первый готов. Там есть там? Вроде никого. Ну-ка. Тут тоже вроде никого. Вот этот очан. Так, нам куда? Сюда, что ли? Ну-ка, давайте уберем. А вот тут, мне помнится, их была целая толпа. Вот он, наш герой. В шляпе. Все дело в шляпе, как говорится. Из-за нее мы такие бессмертные. Так. У кого? Готов. Че, погодь? Он говорит, какие-то кикарейцы, что ли. С этими вроде разобрались. Нам сюда? Чё? Вижу. Готов? В этой серии как-то все поинтересней. Чё не так? Готов? Ну-ка. Поищем цель. Есть-то тут? Ага, здесь вроде нету. Ну ладно, давайте пробежим. Тут вроде ничего. Да, тут ничего. Там сундучок, вон химикаты лежали. Должны быть химикаты. Только не понимаю пока зачем они. Позже разберемся. Так, нам куда? Куда нам надо-то? А, вон на ту сторону вижу. Ты что ли? Ой, сварки. Вот это наша цель, по-моему. Это что такое? R2000? Не знаю такой. Ну-ка. Не, неинтересно. Больше нравится. Вот. Ну, вроде никого. Чё? Ну-ка, братень. Да. Безработный. Тихо. Ой-ой-ой. А вроде его надо. Или не его? Готов. Чё, всё? Кто там? Следующий. Давайте. Упс, бежим. Иди сюда, пока перезарядимся. Я не буду тратить зря время. Его надо. Хорошо. Нам вот того надо оглушить. Вот это надо замочить. Ну. А вот этого надо оглушануть. Так. Любишь все услышать? Я тебя вижу! Готов? Готов. Все, что ли? Отлично. Бандитский притон 2 из 15. Ну, нормально.
Что там, кого надо вычислить? Давайте съездим, повычисляем хоть что-то по заданию, да по заданию. Юху! Куда ехать? Ага, отлично. И что? У нас гонка, что ли? Да, я готов. Да, у нас гонка. С вертолетом? Давайте попробуем. В прошлый раз мы вообще прям под конец. Ой-ой-ой. Что-то совсем подлагивает. Это плохо. ППС сильно приседает. И чё? Не успел типа что? Нормально, чё? Никуда вообще не успеваю. Сори, не хотел. Слишком много гражданских. Да, лагает жестко. ФПС что-то... То 60, то 5. То 60, то 5. Сори, не хотел. Я не виноват. Мне просто надо проехать до цели. Дынь. Успеваю? Вроде успел. Все-таки FPS проседает жестко. Нет, я не... Надо в следующей серии все-таки... Все откорректировать. Так. Ой, дынь. Короче, потрачено. Поехали по основной. Бог с ним. Вроде все нормально. Вот так, да. 50 FPS. И тут хоп, 10. 50 FPS и хоп, 10. Ни с чего, тупо. Дынь. Ты что там сигналишь? Не сигналь тут мне. Тринь. Ой. Не хотел? В основном. Да нет, его уже там, можете не искать. Да нет меня там. Можешь не искать. Даже не знаю. За нами... Бат. Выбирайся быстрее. Бежим, бежим, братюнь. Братюнь, бежим. Гребаный CTOS. Почему он расширяет? Да ладно. Высылаю координаты. Координаты высылает. Отправляем одну машину на поиски. Спартанова. Да что ты делаешь? И? Нашел, что ли? Черт, ранен! Кто ранен? Вы что, издеваетесь? Дайте я его размажу. Размажь. Попробуй. Посмотрим, что у тебя из этого получится. Нет. Светофоры, светофоры. Ну что ж такие лаги-то? Что-то какой-то бред. Садись. Ёлки-палки. Да, все, я сбежал. Возвращайтесь. Это не я, это он. Да кто сбил-то, а? Вы чё? Издеватели, что ли? Я прижму его. Прижимай. Я тебе не буду мешать. База, нам не помешала бы поддержка. И чё такое? И как в это войти? Интересно. Да.
что, уехали? Все, братюни, пока. Я уехал. Оставайтесь там. Норм так удрал, хитрец. Проседания эти ФПС не ясны. Но графон крутой, да. База, мы на позиции, ищем объект. Мы покружим пока здесь, будем на связи. Кружите. Кружите. Что это такое? Баллончик какой-то. Там что, водитель сидит? Адам 948 базе. Возвращаемся. Так, куда мне надо? По миссии там куда надо? Вот сюда вроде. Поехали. Не вопрос. Все что ли? Армаз. Как горит. И что же за с ФПС-то творится? То нормально, то фигня. То нормально, то... Прыги давай. Не надо задавать маршруты. Взломали. 700 денег украли, отлично. Все в норме? Да. Отлично. Еще денег надо. Сейчас пока пешочком пройдемся. Повзламываем. Я не знаю, зачем нужны деньги. Не надо, да-да. Жрешь, как свинья. Мы же с тобой договорились. Ты покупал пончики на завтрак сегодня? Нет, но это идея, кстати. Ага. Одноклассников. Что? Компания Брём, слушаю. Алло, вы меня слышите? Хакер взломал мой телефон. Я пометила, где он. Срочно размещайте контракт. Он просит. Засекли. В курсе, что такое? Повышаем сумму по контракту. Скоро Опачки. Опубликуем. Поехали отсюда. Так, сейчас вломим придурку и по домам. Да. Ну, вроде сюда. Норма. Ай-яй. Вот как бы я вышел после вот этого столкновения, а? Ребят, вы издеваетесь, что ли? Да нет. Костюм крутой. Черный плащ. Только свистни, он появится. Черный плащ. Так. Проехали, малясь. Да нет. А можно козла как бы встать? Ну, сюда вроде. Да нет. Капка, мой мопед тут постоит, я пойду вспоминать. Чё там непонятно, но будем вспоминать. Да, да. Как? Обалдеть. Как это задание доступно? На вас напали? Наемники. Надо действовать побыстрее. Любопытненько. Ладно, сейчас доберемся. Ой-ой, это не для меня явно. Хотя, такой жизни можно... Графон отличный. И что же вы будете делать? Куда или сюда? Вот, ой-ой, это было эпично. Тут и получается стоит. Ты кто такой? Ну-ка иди сюда. Угу. С тобой все ясно? Не хакер. Шикарно. О, блин. Чё? Кто?
Кто пытается нас взломать? Да у него ствол! Кто-то пытается нас взломать. Где-то тут. Что это с ним? Чувак. Пушка? Что с тобой? Что это за бред? Вы это видите? Ребят. Вот это баг на баге, а? Ты что ли? Нет, не ты. Извиняй. Не хакер, не хакер. Да где ты за зараза сидишь-то? Все, мои данные сейчас все похитят. Там какой-то баг с персонажами, непонятно. Возможно, один из них и есть хакер. Ах ты, нигер! Куда ты исчез? Очки известности? Хорошо. Мила Джой. Ну ладно. Так, получено очко. О, 7 очков. Нормально. Что такое? Это у нас профайлер. Да, конечно же, улучшаем. Мега взлом банкоматов. Еще больше увеличить количество денег. Получаем взлом банкоматов. Угу. Противника, так. Включение вертолета. Хорошая штука. Заграждение. Тоже неплохая штука. Ладно, пойдет. Тю-тю. Теперь-то мы, наверное, можем вспомнить. Надеюсь. Дынь. С нами мэр Раш. Да мне пофигу, кто там с нами. Нам вот надо вспомнить. Эти хакеры проклятые не дали мне ничего вспомнить. Начали взламывать. Спокойно вспомнить не дали. Оу. Ты не знаешь, кто оставляет цветы? Нет. Но у крошки много друзей. Было. Уже пора смириться. Я знаю. Мы пережили жуткий кошмар, но... Хватит постоянно ворошить прошлое. Какой-то у него мертвый взгляд. Если у нее нормальный взгляд, у него мертвый какой-то. Не надо мне брать. Я знаю, что ты ищешь почему? Тех, кто это сделал. А ты не думал, что подвергаешь нас опасности? Вам ничего не грозит. Я этого не допущу. Послушай себя. Эйден, зачем тебе все это? Просто... Мне нужно знать. Ты мой брат. Я тебя люблю. Но Джекс для меня все. Малейшая опасность, и ты его больше не увидишь. Брось это. Пожалуйста. Лену не вернешь. Чтобы меня потом замочили в тихушку, да? Моя вина. Нет, не твоя.
Я все понимаю. Обещай бросить это. Ради нас. Не могу. Ради семьи. Извини. Обещаю. Она права. Лены нет, но что с того? Махнуть на все рукой? Нет, ты чего издеваешься? Через такое уже прошел. У нас проблема. Тот чел из раздевалки выжил, заговорит тебе хана. Он не умер? Такое бывает? Как видишь, бывает. Да расслабься, есть план. Встретимся в Горман-Хайт на крыше. Извиняюсь. Я не хотел. Ну, простите. Ну, вроде сюда. Отлично. Что? Что за преступление? Нет, мне некогда с вами, с вашим преступлением. Там дела ждут. Так, нам вроде сюда. Да не... Ой, извиняюсь, я не хотел. Нам надо было налево, ну ладно. Попробуем проехать здесь. Дынь, поцарапали. Извиняюсь, я не хотел. Нам, по-моему, сюда надо. Луп. Это к другому уже включились. Дрифтуем прям. Скорость света. Движок ревет. Ой-ой. Так. Динь-динь. Ну тихо ей. Какой-то чан. Какой-то чан там, офигеть. Вот эта тачка. Вот эта тачка едет. Ой. Сори. Ты еще одну хочешь аварию сделать, что ли? Да молодец. Ну, давай. У кого машина прочнее? Ага. Не хочешь узнать? А я вот хочу. Это я тебя врежусь. Я тебя обманул. Я в тебя не врежусь. Ой-ой-ой, такую тачку поцарапал. Ну догони. Аварию у вас там. Видите ли. Вроде нормально. Ну, сюда вроде. Вдарь. База, мы на позиции, ищем. База, Дынь. Не вижу подозреваемого. Протараню его. Да ладно, как ты узнал? Что скажу, услышал. Ну давай. Посмотрим, кто кого. Да, ох ты, капотик отлетел. Компотик отлетел. Давай, прижимай, я не против. Я вот остановочку сбил. Дынь. Да, это дерево мне не по карману. Дынь. Не давайте им доступ. Зачем вам доступ к CTOS? Да что ты? Давайте вот тут спрячемся. Я его протараню. Меня нет. И что ж там машина похожа? Да ладно, ну вы видите меня, видите. Опачки. Давай, доставай. Да что вы под ноги-то лезете, а?
Репутация у меня совсем. Бортануй его. Давай, бортануй. Бортануй меня. Нам срочно нужен выделенный доступ к сети ОС. Зачем вам доступ к сети ОС? Все-таки, мастер. Не понимаю. Да, я такой предсказуемый. Не понадобится. Я уже уехал. Слепые козлы. Простите за выражение. База, объект сбежал. Мы сворачиваемся. Сворачивайтесь, лентяй. Я только начал во вкус ходить. Чё же вы под колёса-то лезете? Вы чё вы делаете на тротуаре, а? Что такое? Ой, в чем дело? Где? 911, напишите, что у вас срочно нужна помощь. Какая тебе помощь нужна? Запускаю сканирование сети ОС. Да не зачем сканировать? Что-то одни заграждения везде. Как изучил, везде сразу заграждения понаставили. Специально что ли? Да что ж тут столько сканеров-то сразу объявилось, ой-ой-ой. Не хотел, извиняюсь. Почему сканер за мной по пятам идет? Да что же у вас тут так много-то? Наконец-то. Спокойно до миссии да их не дают. Получены очки репутации. Это печально. Ой, я чуть не вмазался. Вроде норм так. А это не пицца. Все, нормально. Приехали. Да, возьмем задание. Где он? С Джорди вечно проблемы. Но выбора нет. В другой жизни я бы за ним гонялся. Или он за мной. Угу. Если он говорит, у нас проблемы, можно спокойно умножать на 10. Этот свидетель ни в коем случае не должен меня опознать. Так. Достичь. Давайте достигнем, что ли. И как-то залезем. О, стоп, банкоматик. Надо деньги снять, точно. Ой. Извиняюсь, нечаянно звук отключил. 5000 баксов, нормально, мне нравится. Как-то залезть. Можно зайти? Тук-тук. Закрыто. Да вы что, издеваетесь? Там что, паркурщик, что ли? Не. Ой, убери пуху. Да. Чё да? Камеры, камеры, камеры. Хорошо. Да ладно. Ничего, по карнизу лезть придется, что ли? Куда прёшь? Какая твоя разница, куда я про? Сейчас мне напишешь, что я типа ушел. Опачки. Нормас. Что такое? Ну залазь. Надо все обойти посмотреть. Ну да. Типа так. Что это такое? Что такое? Опачки. Что? Ты что чихаешь-то? Ну ладно. Спалил всю контору. Так. Нам явно не тут надо. Это было красиво.
Мы разбились наконец-то. Фаст-ТП, так сказать, начало. А теперь будем искать. Ты смотри. Смотрю. Явно не снизу. Или снизу. Можно зайти? Нельзя зайти. Давайте снизу посмотрим, что мы тут имеем. Скажет, что за дебил бегает тут. Оба-на. Ходит джайнизм. Не убьет тебя никто. А это платье в обтяжку и каблуки. Ну да. Так, тут вроде все. И как? Я чего-то не понимаю, ребят. Я чего-то не понимаю. Я гляжу, там можно внутри ходить. А входа нигде нет. Ну да. Чужой просвет так все разговаривает. Ну не знаю. Нам, видимо, все намного проще оказалось, да? Я прав? Да. Отлично. Мы на месте, и что дальше? Салют. О, привет. Вот, блин. Ты что творишь? Джорди, кто это? Да, они тут живут. Ты чего? Ну, в этих домах система безопасности просто блеск, и все решили, что можно расслабиться. Они закрылись только на цепочку, типа, чтобы как следует присмотреться к разносчику пиццы, например. Ага, понял, ясно. Mm-hmm. Насчет проблемы. Я и захватил болторез. Хозяин приоткрывает дверь, я просовываю девайс и хрясь. Прикиньте, это не пицца. Джорди, проблема, вспомни. Помню я, помню. Мы сейчас примерно на полпути, Пирс. Неужели не ценишь, что я для тебя делаю? Не замечаешь моей заботы, нет? Да ну. Да. Слушай, давай уже к сути. Что со временем? Его мало. Да. Помнишь того мертвяка из раздевалки? Так вот он выжил. Его упрятали в чикагскую тюрягу, и если он там попадет на допрос, угадай, кого он сдаст. Как выжил? Меня. Всякое бывает. Глянь туда. Видишь? С утра звонили. Кто-то готов заплатить, чтобы разговорить нашего друга. И, кстати говоря, главарь среди них. Судя по всему, нам стоит поболтать. Ага, только не перестарайся, пожалуйста. Бедный Морис в тот раз обмочил штанишки. О методах не волнуйся. А ты справишься? Двигай туда, а я прикрою. И не надо убивать босса, он тебе типа нужен. Точно? Естественно. Ой, извиняюсь. Встретиться на балконе. Хорошо. Пойдем поближе. Действуй быстро, лады. А то от этих писков-визгов у меня башка заболит. Будешь, милый, меня чаем с ромашкой отпаивать. Ой-ой. Иначе никак. Да и а мне плавать можно, интересно? Ну кто ж тебя знает? Разучился читать мысли? Да не то, чтобы умел. Катер. Зачем нанимать устранителей? Кого они ищут? Тебя. Достал ты всех со своим Лично. Учителем. Сейчас устроят в тюрьме бучу и доберутся до нужного свидетеля. Хотя вспомнились они не на шутку, это да. Знают, что я вмешаюсь. Задний ход. Свидетель видел меня в лицо. Если устранители поймут, кто я такой, станут угрожать семье. Ой, это да. Это твоя семья, Пирс. Пойми, такое слабое место грех не использовать.
Я за тобой с платочком бегать не буду. Ладно, погнали. Погнали. Что такое, Максим? Берегись, к тебе гости. Окей. Смотри, Пирс, тут герой нашелся. Где? Готов? Один готов. Ну-ка, сейчас этот выйдет. Что такое? Что за... Да ничего, иди что сюда. Тут не так? Готов? Что тут не так? Все норма. Братюнь, не парься. Все свои. Так, вроде никого. Действительно. Ну-ка иди сюда. Где ты там был? Готов? Быстро в голову. Нормально. Ты следующий. Ребятки, где вы? Я хочу с вами поболтать. О, блин, я же его знаю. Да. Привет. Ну, хрен запомнишь, как его звать. Ой-ой. Это стрельба. Дружок твой. Родной брат. Это что за звуки? Или на П? Ясно. То есть ты его не знаешь. Что за звуки? Ладно. Все равно труп. Что это за баги, ребят? Да. Дуглас. Какой-то баг. Какой-то баг. Говорил? Имени же не помню. Не понимаю, что это такое. Чувак был. Да, это звук. Так, давайте. Звук, язык. Громкость музыки, громкость эффектов. Давайте убавим этот звук на эту серию, думаю. Байки вечно провел. Все равно. Как я теперь засыпать буду? Ты можешь сосредоточиться на деле, эгоист. Как там говорится, это за две серии столько багов, это кошмар. Ага, это с его разговором какой-то баг был. Где ты там? Ну-ка, поднимись-ка. Куда пошел? Попал. Готов? А, это он. Это он убил. Нормально. Где ты? Готов? Думаю, босс устранителей где-то рядом. Да, где-то тут. Полюбас. Тук-тук-тук. Я достиг. И чё? Так. Угу. По тропинке, по дорожке. Давайте найдем. Все? Правильно? Отлично. Хорошая штука этот профайлер. Мне нравится, ребят. Все, доходим. Готово. Ну, толстячок какой. Куда ползешь? Валер, не трогай. Погодь. Нет. Что нет? В тюрьме. Что? Мы не понимаем, о чем ты. Правда, что ли? Лэнс Бреннер. Как детишки? Ты что творишь? Как семья, спрашиваю. Судя по всему, мы ведем двойную жизнь. Семьянин. Детям скоро в колледж. Потянешь ли, член профсоюза? Пошел ты. Но есть и другая жизнь. Тайные счета с хреновой кучей бабок. А. Слушай, ты вообще в курсе, сколько всего на тебе глухарей висит? Копы. Что ты кавалер, ты тянешься? Так, погоди. Тебе бабка нужна.
Дам сколько хочешь. Время идет. Ладно, ладно. Черт. Насчет тюрьмы. Звать Анжело Тучи, начальник охраны. Но поздно его не найти. Он ни на что. Явно родные тут есть. При чем тут его семья? Ты совсем рехнулся, что ли? Да нет. Мою семью замочили. Так, что дальше? Очнись, Пирс, устранители. Что там? Киндерхук, помнишь? Черт. Опа! Опачки. Убить. Сейчас мы их быстро. Иди сюда. Отлично. Ага. Чё за ВХ? Вот не понимаю, чё это? Готов? Живой ещё, что ли? Так. Ребят, тут нам надо оружие покруче. Бежим, бежим, ребят, бежим, бежим, Речи. Иди сюда. Все. Замочили. Печалька. Сейчас мы начнем опять с того момента, как мы вышли с этого. С этого махача. Давайте, думаю, на этом закончим. Продолжим в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. Всего хорошего и до встречи.